Чтобы вязать листик, мы сначала должны связать черешок. Это 4, делала набор удобным способом на 4 иглах и провязала 10-12 рядов. Получился вот такой черешок. Теперь моя задача провязывать листики. От того, сколько игл я наберу, сколько петель я наберу, будет зависеть и длина листика, каждого листочка. Я возьму, вот видите, у меня 4 иголки, я возьму до, вот, на глаз до серебряной платины, в одну сторону и в другую. В такую длину у меня будут листочки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 петель. И делаю набор удобным способом. Я делаю обвивом, потому что это самый быстрый способ. Можно делать косичкой, в конце концов можно и на вспомогательную нитку делать, но тогда все равно придется делать обвив, иначе у вас будут открытые петли, а это здесь совершенно не нужно. Набрали в одну сторону, провязываем ряд. И делаем то же самое в другую сторону. Те же 13 игл, тоже делаю обвив. Провязываю, потому что у меня листик двусторонний, он в обе стороны смотрит. Так, обвив в одну сторону делать удобнее, в другую менее удобно, но это не страшно. Так. Тоже ставлю в рабочее положение, провязываю на всех. И теперь смотрю, хватает мне такой ширины листика, потому что, по идее, сейчас я должна закрывать уже первый листочек. Если я хочу толстые листочки, я могу провязать еще два ряда, но мне толстые не надо, мне хватит и вот такого листика. То есть 4 мои иголки, вот они центральные остаются, а эти иглы, эти петли я закрываю. Опять же удобным способом. Самое удобное для меня — это косичка. Вы можете закрывать перекидкой, иглой, как удобно. Вот как вам кажется удобным и самым быстрым способом. Я закрываю косой. Смысл в том, чтобы мы поочередно провязываем листики с разных сторон. Если вы хотите делать односторонние листочки, с одной стороны, просто не выполняете набор и провязывание второй части. Оставляете все с одной стороны. Так, все. И провязываю один ряд. И теперь закрываю листики с левой стороны петельки листочка, тоже удобным способом. У меня эта косичка самый быстрый, самый удобный. Самое главное — не сильно затягивать, чтобы листья не получились скукоженные, стянутые. Закрываю до черешка. Закрыла. На 4 иголках провязываю один ряд и начинаю набор листика. Так, освобождаю. У меня связано 2 листочка и поехали по новой. То же самое, я по очереди выставляю в работу иглы и вывязываю листики. Вывязываю листик с этой стороны. Ставлю в рабочее положение. Самое главное — не забывать провязывать черешок, иначе у вас все перекосится. Один ряд. Достаю иглы с противоположной стороны и делаю обвив. То есть мы делаем эту же операцию по второму разу. Но зато посмотрите, как это быстро делается. Если не отвлекаться и не без объяснений, просто быстро делать это, буквально за 5 минут вы свяжете такой очаровательный листик, который подходит ко всем совершенно цветочкам. Провязываю еще ряд. И теперь, так, мои 4 иголки, закрываю уже третий готовый листик. То есть у меня 2 листика вот готовы, я уже делаю третий. Закрываю с этой стороны листочек, провязываю ряд и закрываю листочек с другой стороны. Для того, чтобы листики были более естественные, очаровательные, их можно делать разной длины. То есть сейчас у меня по 13 игл, а ближе к верхушке листика можно делать буквально там по 5 петелек.
а у вас будет снизу лист широкий, а сверху узенький. Это будет смотреться еще интереснее, если он будет не равномерный, такой елкой торчать во все стороны. Один ряд. И закрываем вторую часть. Собственно, вот это вот и есть провязывание листочка. Самое главное, определитесь, какой длины вы хотите листочек. И чем ближе к концу, тем меньше игл вы достаете для провязывания. Не 13, а начинаете где-то с середины листика, может быть, по одной иголке убирать. 12, следующий листик 11 и так далее. Это уже на ваше усмотрение, смотря какой величины цветок, для которого вы делаете листочек. Так, надели петлю. Видите, все очень быстро. И набираем заново. То есть я связала за это время 4 листика. Теперь я опять начинаю обвивать. И продолжаю вязать так далее. И у меня получается вот такой вот листочек. Чем ближе к верхушке, тем меньше петель я набираю. В результате у нас получается вот такой листик. Папоротник, листик, елочка, называйте как хотите. Очень интересный вариант отделки. Подойдет практически к любому цветочку, украсит. И, видите, выполняется очень легко. Быстрее, конечно, на машинке, но спицами его тоже очень просто делать.